Дружище, ну а перед началом этого видосика я бы тебе хотел порекомендовать группу по продаже питомцев Pet Simulator X. Вы только посмотрите на эти низкие цены. Такие как новенький RB Pixel Wolf стоит всего лишь 9 рублей, либо же RB Pixel Demon стоит всего лишь 19 рублей. Также здесь продается 1 миллиард гемов всего лишь за 10 рублей. В этой группе проводится очень много различных конкурсов, такие как конкурс на Huge Hacked Cat. Для участия вам нужно поставить лайк, подписаться на эту группу, ну и так далее. Очень много довольных клиентов и много различных отзывов. Продажа пэтов Pet Simulator X, ссылочка в описании. И всем привет, мои дорогие друзья, меня зовут Влад, и в сегодняшнем видеоролике у нас будет внезапная информация по поводу нового обновления в Pet Simulator X. Но перед началом этого видосика я бы тебе хотел разыграть Huge Pixel Cat в честь этого и нового обновления. Чтобы тебе его получить, ты должен поставить лайк, подписаться на мой канал, отослать это видео троим твоим друзьям, досмотреть ролик обязательно от начала и до самого конца, ну и написать любой комментарий со своим ником в Дискорде. Все итоги будут на 2000 лайков в моем Дискорд сервере во вкладке «Итоги». Что же, ребят, не буду долго тянуть, приступаем к просмотру этого видеоролика. Ребят, если мы телепортируемся в Spawn World и посмотрим на фонтан, то у нас здесь будет очередной вот такой вот таймер к новому обновлению, ребят. Что это у нас за таймер? Что это у нас за новенькое обновление? Как видите, здесь написано April Fools. Что это у нас значит? Это у нас апрельское обновление, ребят. А что за у нас за апрель? Правильно. Это у нас завтра. У нас будет 1 апреля. То есть 1 апреля никому не верю, ребят. Кто знает, тот знает. Кто, кстати, знает шутку «У тебя спина белая», это... Очень смешная шутка, да? Не надо мне это писать 1 апреля в комментариях, да. Так вот, у нас будет 1 апрельское обновление. Что нам добавят в это 1 апрельское обновление, ребят? Я думаю, это нету никаких слив по поводу этого обновления, ребят. Это лично мои догадки, ребят. Которые, возможно, будут у нас в этом 1 апрельском обновлении. Потому что мне там кто-то посливал, и вот я сейчас хочу вам все рассказать, ребят. Смотрите. Что, возможно, нам добавят? Как мы знаем, у нас под хэллоуинское обновление, под рождественское обновление у нас добавляли новую локацию. И вполне возможно, что пресса не поленится, и под эту обновку он не просто там добавит каких-то, я не знаю, там, какие-то новые фишки, он добавит новую локацию, новых питомчиков, ребят, и нового Huge Pet. Кстати, насчет Huge Pet, возможно, пресса нам сделает какой-то пранк. Знаете, какой наподобие пранк? Наподобие, что этот, бесплатно, к примеру, Huge Питомец нам типа сделает, бесплатный Huge Pet у нас появится в инвентаре, а на следующий день у нас, возможно, пропадет, его трейдить нельзя будет. Возможно, такое тоже у нас может добавиться, это Престон, он может нами рафлинуть, может так сказать, ребят, и, возможно, у нас будет именно вот такое вот обновление. Что же нам могут быть еще добавить? Я думаю, либо нам какого-то Huge Клоуна добавят, мне жаль, концептов никаких нету, какой Huge Клоун, но я думаю, он будет выглядеть как клоун, логично, клоун Pet, и он у нас будет Huge, и нам его выдадут бесплатно на один день. Как раз 2 апреля он у нас и пропадет, ребят. Это мы узнаем только через один день, ребят, ровно, кстати. Это у нас сколько получается? Это у нас получается в 19.00, ребят. В 19.00 у нас будет эта обновка, и мы посмотрим, что это у нас будет за новое обновление. Возможно, нам добавят новые локации, возможно, новые механики добавят, и, возможно, что нам еще могут добавить? Новые питомчики, новые локации, новые механики, новый Huge Pet, ребят. И, возможно, нам добавят, кстати, новые монеты. К примеру, какие-то, знаете, опять же, что у нас были временные монеты, это печеньки, либо еще что-то такое подобное. И, возможно, нам добавят какие-то клоунские монеты, что-то такое. Почему именно клоунские? Ну, потому что клоун это, типа, ну, я думаю, знаете, шут, клоун это, типа, смешной человек, который смешит всех, и это 1 апреля, это шутка, смешно, типа, да. И, возможно, нам это обнову завезут где-то на неделю, и, возможно, благодаря этому, ну, как бы, нам добавят новые монетки, ребятки, и новую локацию. Что нам еще могут добавить, ребят? Нам могут добавить новую локацию с новым яйцом. Каким новым яйцом, ребят? Мы, если мы телепортируемся в Pixel Forest, то мы можем увидеть, что у нас здесь есть вот такое вот яйцо, а в яйце у нас находится вот такой вот Huge Pixel Cat, который я сегодня для вас разыгрываю, ребят. Что нам могут добавить? Нам могут добавить новую локацию, и в этой новой локации нам могут добавить новенького, ребята, Huge Клоуна, который мы сможем выбить абсолютно бесплатно, если будем фармиться, ребят, новые локации, и вообще... Как бы, да, так оно и работает, ребят. Да, возможно, нам добавить еще новый сундук, как вот здесь, чтобы было побыстрее, можно было фармить вот такие вот монетки, ребят.
Ну, и честно, я в это немного не верю. Мне кажется, это будет маловероятно, что именно чисто новый сундук для вот этого вот. Но все может быть, ребят. Все может быть. Узнаем это уже ровно через один день, один час, ребят. Ну, на момент записи этого видеоролика. Как только вы будете смотреть видеоролик, наверное, расстанется ровно один день, ребят. Да. На это пока что все информация. Если что-то будет, чекайте вкладку сообщества, ребят. А с вами был я, Влад. Всем спасибо за просмотр. Всем удачки. Всем хорошего настроения. Всем пока.